буквально в пятницу на встрече с губернатором Саратовской области я обратился с просьбой, я об этом просил Николая Васильевича Панкова о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт дорог на территории города Балаково и Балаковского муниципального района, на что получил положительное решение, 100 миллионов рублей будут выделены в этом году. Мы бы, конечно, очень сильно желали, чтобы это было проведено на Марковской думе, но посмотрим, как это в рамках законных оснований будет возможно. И я попрошу Павла Степановича Канатова, Константина Борисовича вместе с Романом Сергеевичем, с общественностью, проанализировать, какие дороги крайне необходимо сделать и капиталить в этом году. Максимально социальные объекты берем за основу. Ну и, конечно же, транспортная инфраструктура, транспортные дороги, которых уже не вызывают даже никакой критики на самом деле.